Тюменцы торопятся получить единовременную выплату из материнского капитала. Напомним, ее размер составляет 20 тысяч рублей. Желающих сейчас столько, что специалисты пенсионного фонда не успевают всех принять в день обращения. Запись расписана до июня, и эта ситуация наблюдается на всей территории Юго-Тюменской области. На первом этапе мы ожидали всплеск, то есть большое количество, но пока, я думаю, еще какой-то период времени он будет в таком режиме, потом все-таки пойдет на спад. И здесь хотел обратить внимание, что сроки подачи заявления, они у нас ограничены 31 марта 2016 года, и поэтому мы пытаемся тоже разъяснять о том, что если нет такой сильной необходимости в денежных средствах, что можно подождать, потому что сейчас вот как раз наплыв определенно идет.